А ведь гнуло-то, да? А ведь гнуло. О, меня тоже клюет, мою смотрю за тебя. Да? Угу. Всем привет, мы на рыбалке. Всем привет. Всем привет. Как всегда, наша бригада, Артем, Мишка и я ловим рыбу. Пока вот добросились только. Поклевки уже были, но пока еще не поймали рыбы. Ну, ловим. Да, и опять он летит хорошо, а потом... Ну, отлично. Близко. Ну, близко скинул, да. Вот. Я видел, как у тебя, да. Один раз чисто так. Видел, видел. Как будто там сазан, наверное. Правильно, забросил карауль маленько. Ты сразу уходишь, садись за километр. А ну один раз дернул, и все хорошо. И съела. Сейчас успеем. Успеем, успеем, успеем. Если она там, а может, не успеем. Так, поклевало хорошо. Не, надо секать было мяч. Увидел? Видел? На удочку хорошо. Я так бывает слабинку даю, когда клюет. Слабинка, слабинка, слабинка. Вот так раз. Есть. Блин, ну было, прям чувствовал. Блин, ну тут трава, правда. Сила, видишь как? В принципе, клюет на все, по идее. Уже радует. Так. И вот сюда. Поближе к лодке. Там у него вся рыба. В лодке. И вот так вот. Опа. Кто-то есть? Ай, ушел. Подлещик был хороший. Да? Ага. Вот так вот. Ты сразу же заметил, кто только забросил? Угу. Ты прям попал на него. А мы за живцом. Вот Артем там тащит. Че там, Артем? Густерка здоровы. Здоровы? А, нормальная густерка. У нее чешуя здоровая, так как прям как у леща. Подергал такая. Блин, что-то живца-то не вижу. Вижу, Миш. Ёршика маленького поймал, но ёршик что-то мне не нравится. Живца. Мишка. А гребало, гнуло как, да? На живца, ребят. На живца. Я бегом как. Мне кажется, сидит там. Есть. Хорошее что-то. Смотри, 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 гнет. Что-то хорошее. Главное, чтобы не щука, а то я ее... Более прыткая. Я не могу вообще тащить. Щука-то, это щука? Не, окунь. Окунь-то какой. Вот это окунь. Ты видел таких когда-нибудь? Вот это окунь, ребят. Вот это окунь. Я таких окуней это давно не ловил. Да это не окунь. Смотри, какой мишень. Сюда. Ну, видишь, вид все-таки рулит. Я же говорил, вам надо на живца. Я думаю, блин, этот как его... Щука какая-нибудь, так прытка прям вообще. Акула. Это ведро шиб, Миш? Да. Пролетел как слон. Подкормки нет теперь. Пришлось спортом заниматься. Вот это да. Смотри какой. Я таких окуней никогда не видел. Блин. Таки только на спиннинг ловил давно уже прямо. Ты видел таких окуней? С такими окунями. Нам другой рыбы не надо. Я окуней с удовольствием.
Чего? Я пошел за живцом, ребята. Я оживился. Поймал живца, еще одного с трудом. Живца поймать было нелегко. Ну, такого маленького. Живца. Клюнула. Большая рыбина. Так. Ну, блядь, хорошо. Да, вот цеплять хорошо, она рыба долго держится, живая. Вот. И ставим опять. Поинтереснее рыбка-то все-таки такая. А вон Артем поймал какую. Гостерку хорошую. Ну, молчат что-то донки вообще. Даже рыбаков на лодках тоже молчат. Где колокольчик мой? Не пойму, у меня живца что ли уже клевал? Только забросился. Живец вроде маленький такой. О, что-то смотри-ка. Может, живец так не может. Держит совсем маленький. Хотя... Сейчас подойду, Миш. Не пойму, надо проверить. Такое ощущение, что там уже сидит. Сидит. Я же говорю, клевал. О, как окуньки пошли, видишь? Живца поймать надо. А я говорю, клевал. Не может так живет. А я тоже сейчас на живца сделаю. Камушка больше нету. Живца ловить. Угу. Теперь главное живца поймать. Не пошло. Еще раз охотится. Да, за... Живцы? Да. Ну да, их тяжело, вода чистая становится. Их тяжело поймать. Ну и паук у меня еще такой, палка. Шест, вернее. Небольшой. Маленько еще веревку подмотать. Больно много тут я отпустил. Артем тоже на живца решил. Что леща оставить в покое, да? Угу. Аккуратненько, ты что так резко? У тебя не улетел он случайно? Да, не улетел. Ну оставляй теперь, что теперь? Нет, улетел. Наверное. Улетел. Ты так все резко, на тихонечко. Мне кажется, он у тебя улетел. Ну да, улетел, видишь. Тихонько надо, раз, нежно кинул. Там же живет. Ты же так же за рот зацепил? Угу. Ну вот, наверное, тихонечко совсем. Так, теперь надо эту штуку найти. Поймал вихроплавку. Не пойму, что тут дергает так интересно. Течение. Ну все так, видишь, как интересно. Ну да, наверное, не знаю, хотя. Непонятно, вот так мы ее маленько раз. Так вот, бывает, проверяешь. Еще. Вот так. Да, наверное, течение было. Попробуем на вихроплавку, не будет ловить опять плотвичку. О, гнет, ребят. Это уже хищное. Это уже хищное. Так, и все, что ли? Блин, гнуло ведь. Либо села, либо... Ушла. Подправила немножко и сразу клюнула. Ну что, давайте проверять. Живца, если она есть, то она есть. Если нет, то нет. По-моему, есть. Есть, есть, есть. Рокунь. Нет. А живец уже не живец. Ладно, пока заброшу на него. Пока заброшу. Буду ловить. Ну надо же, на донку у меня что-то тут полдня не клевала. И решила клюнуть. И у тебя было, да, Миш? Да. Может, сейчас заклюю, от погоды, видишь, какая изменчивая. Какие-то облака шли, как будто тучные. Ладно, пока молчит. Нет,
Блин, опять коряга. Опять оторвал. Да елки-палки. Третью. Все порвал. Ага. У Мишки только клюет хорошо. Засек. Пока там удил, у тебя тут клюнуло. Видишь, дождал кого-то. Не, есть, плотво. Ой, какая хорошая плотва. Ты туда. Ай? Да? На хищника поклевка. Да. Да. Эх, как клюет-то. Блин. У Мишки плотвень здоровенный. У меня тут кто-то клювал. Видите, окунек, ты есть здесь? Только надо хоть именно плотвичку поймать. И все. А плотва-то какая у Мишки там, наверное. Грамм 300, да? О, какая крокодилина. Что, надо проверять, а что сделаешь теперь? Нет, что-то он дергает еще. Давайте проверь. А? О, сидит. Сидит и, по-моему, коряга одновременно. Прям почувствовал рыбина. Сидит, сидит, сидит. Есть. Хорошая. Хорош, смотри, как водит. О, какие окуня клюют здесь. Да, вот такими окунями-то. Это именно на плотвичку. Вот на такую плотвичку. Вот. Вот такие коньки хорошие. Мисс, поймала конька. Пойду опять плотвичку ловить. Плотвичку маленькую поймай. А Артем вон какие. Покажи, Артем, какие у тебя клюют. Верхоплавка. Здоровая вон какая-то, я тебе покажу. Как на чехонь похоже. А ты забирай, что, вкусная рыба? А у меня не есть, я не то. Тут ты посуши, да, какая вкусная. Она и сушится быстро, главное. Там задергала неожиданно. Да, у Мишки какая плотвина. Громадная. Ты понял? А у меня вон окунь. Сможешь убрать? А то руку. Ай, конечно, у меня чуть не убежал вон окунь. Ну что, так вот помаленьку с тобой налой чего-то. Он чуть не упал. Вот проверить, паук это подкормил. Может быть, есть что-нибудь? Нету. Обидно. Плотвичку надо. Ой, только плотвичку запоймал, сразу же окунь. Ловил ее полчаса. Так. Как она, живая, пока я тут бегал с ней? О, плотвичка она хороша, маленькая. Верхоплавка. Ну, тяжело поймать было. Откуда туда, где коряк нету. Пока лещ не клюет, пацаны тут перешли на другую рыбалку. Какие-то свои донки тут придумали. Да, Артем? Ладно, клюет, говорит, верхоплавка крупная. Такие крокодилы. Миша пришел, вся рыба бежала. Бежала? А я же тебя как и понять не могу. А у меня клюет, подкормил, там подкормки насыпал, забросил их паук. У тебя здоровые они для живца. Да они вообще. Пожарили, да. Я не ем, никто не ест таких. Прям ощущаешь поклевки? Целая пачка крючков. Которых нету. Целая пачка крючков. Ну что, мои архарусы там где-то бегают, носятся. Рыбаки. Уже, в принципе, собираемся. Ну что, друзья, скажу вам. Сейчас давайте посмотрим. У нас сегодня что? О, у нас навес такой нормальный. Окунь, устерка, плотва. И там еще пару окуней. Такая рыбалка. На уху, как говорится, на хорошую поймали. А так особо-то не клювала рыба. Прямо только лещ клювать, такого не было. Но все равно поймали. Для вас рыбалка, наверное, минут 10 от силы, наверное. А для нас уже целое утро. Такое не маленькое. Ну все, всем пока, до скорых встреч. Собираемся, вон у меня архаровцы же вылетели. Всем все, пока. Собираемся? Всем пока. Давайте.